Всем привет! Это новое видео от пухленького Школопаза. И сегодня мы будем смотреть на замечательные вещи, как кукуруку и хиби. Хиби – это молочный шоколад с кремовой начинкой. Тут как бы 8 молочных палочек. Произведено это было в Польше. И кукуруку. Кукуруку – еда детей 80-х и 90-х. Сейчас он, конечно, стоит недешево, но раньше они стоили подешевле, чем сейчас. Давайте сначала распробуем хиби – молочный шоколад. Сейчас откроем. Все. Главное не разрезать. Что долгожданный. Так. Порвем. Придется. Так. Забыл показать, ну ладно. Ну вот так вот выглядит все. Бегемот и тигр нарисованы. Сейчас посмотрим. Вот такая вот шоколадка. 4 плитки, так понимаю. Но она чуть подтаяла, и она так не очень красиво. Сейчас мы посмотрим. Внутри молочный шоколад, видно прям. Давайте попробуем. Пробую я в первый раз эту шоколадку, но мне не так понравилось. Это как какая-то русская шоколадка. Нет, это не очень вкусно, не рекомендую. Но еще был клубничный. Он был повкуснее чуть-чуть. Так что не стоит его брать. Он похож на кокос внутри. Ладно, давайте попробуем теперь кукуруку. Еду детей. 80-х годов. В рекламе говорится, что это дешево и вкусно. Сейчас посмотрим. Так, разрежем, а то он плохо как-то режется. Все, разрезал. Сейчас он. Вкусно выглядит. Вот. Это вафля. И внизу шоколад. Блин, весь сыпется он. Рассыпчатый. Сейчас попробуем. Блин, он не получится внутри. Ну вот так он выглядит внутри. И он очень вкусный. Чувствуется шоколад и вафли. Он очень вкусный. В рекламе не обманули, так сказать. Просто он, не знаю, тает во рту. Это очень вкусная штука. Кукуруку это. Вот так это выглядит. Сделано кукуруку в Греции. А хиби не очень вкусная и сделана в Польше. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем до скорых встреч!